Последнее время мы наблюдаем падение темпов роста ВВП, и в настоящее время значительная роль в управлении экономикой как раз принадлежит инструментам денежно-кредитной политики, в частности ключевой ставке, которая это основной инструмент по борьбе сдерживания инфляции. И сегодня нам представители отделения Национального банка расскажут, как в практической деятельности, как эти инструменты работают в реальных экономических условиях. Я хочу сегодня поговорить про денежно-кредитную политику Банка России, про инфляцию, каким образом она влияет на экономику и на каждого из нас. Именно сейчас у молодежи происходит формирование вот этих экономических знаний, формирование базы происходит. И, соответственно, я думаю, как практик буду полезен им рассказать какие-то моменты, пояснить, чтобы они лучше ориентировались. Я думаю, что вот этот диалог с нами, с сотрудниками Банка России, позволит глубже понять и сам процесс, и те знания, которые дает университет.